Субботник на детской спортивной площадке организовала администрация Адлерского района. К работе подключилась управляющая компания, да и местные жители не остались в стороне. Все мы родом с этих детских площадок, и сегодня нам оказали огромную помощь, неоценимую помощь, которую вот мы буквально почувствовали здесь все. Активное участие в субботнике приняли и дети. Убирали мусор и опавшую листву. Мы с моими друзьями больше любим играть в футбол. Но вечером тут собираются взрослые и любят поиграть немного в волейбол. Баскетбол тоже можно сыграть. Раньше, чтобы нормально сыграть, ходили, к примеру, на юность или в ту школу. А так как тут теперь реставрируют, мы можем спокойно и счастливо поиграть тут. Здесь, в районе улицы Свердлова, спортивная площадка появилась много лет назад. Недавно старое асфальтовое покрытие заменили на новое, более современное, резиновое. Сегодня чинят заборы и убирают мусор. Работа на площадке кипела весь день. А вообще, как рассказывают жители, субботники здесь обычное дело, ведь площадка – одно из любимых мест для отдыха у местной детворы.